История. Премьерный показ музыкального спектакля «Радость моя» состоялся на сцене областной филармонии в Биробиджане. Театральную постановку подготовили актеры студенческого театра студии ЭЦ. Она стала возможной благодаря проекту студентки ПГУ имени Шалом Алейхема Дарьи Димовой, которая победила во всероссийском конкурсе проектов, проводимом Росмолодежью. На реализацию выделено 500 000 рублей. Спектакль должен был пройти еще в 2019 году, но вмешалась пандемия. В прошлом году у нас уже все было готово, у нас оставалось пару дней до премьеры, и началась пандемия. Все ограничения у нас ввелись, и тогда мы не смогли показать спектакль. Мы ждали разрешения. Подготовили спектакль театр-студия ЭЦ, хореографический коллектив «Калейдоскоп» и рок-группа «Террарика». «Радость моя» — это драматическая история по мотивам древнеславянской легенды, дивный сказ о прекрасной княгине Велине. Это актуальная на наше время история любви, которая несет посыл для того, чтобы люди понимали, что нужно всегда бороться за свою любовь, искать ее и верить в то, что есть такой человек на свете, который будет твоим всю жизнь. Образы героев продуманы до мелочей. В их создании были задействованы студенты ПГУ имени Шалом Алейхема. Инженеры на 3D-принтере создали реалистичное орудие боя, а швеи работали над костюмами героев. Сплоченная работа помогла погрузить зрителей в мир воинов, оружия и страстной любви. Костюмы – это наша гордость, потому что шиты они своими собственными руками, нашими студентами и их преподавателями по швейному мастерству. У нас есть факультет, на котором обучаются именно швейному мастерству, швейному искусству. Спектакль увидят не только в Биробиджане, но и в районах области. Показы пройдут в Бобстово, на Фельде, Калинино, Дубовом и в Облучье. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21.